обзор ужина в отеле Albatross Beach. Ну, пожалуйста, кабачки, картофель, брокколи. Это великолепно как раз. Потому что вот брокколи, кстати, редко когда встречаю в отелях. Рис, овощи. Так, дальше. Здесь утка была, но сейчас ее убрали. Здесь делают у нас пиццу. Волшебный мужчина. Вот. Вчера показывал профессиональные трюки с тестом. Thank you very much. Вот так. Нам какое сердце дают. Смотрите, какая красота. Виктория, специально для тебя принес папа. Ого! Вот так вот. Дальше продолжаем делать обзор. Так. Зелень, пожалуйста, перец, помидоры, салатики, соусы. Смотрим дальше. О, прикольный салат. Вот, ну, молодцы, правда, по чуть-чуть, но... А, и смотрите, какое творчество здесь красивое. Угу. Вот так вот. Что там дальше? Обзор у нас. Смотрим, что здесь вот эти фрукты. Вообще красота. Пожалуйста, бананы, яблоки, дыни. Молодцы. Так, дальше. Там еще, это не все, это я только показала половину ужина. Зал большой, идем к сладостям. Пожалуйста, вот. Какая красота. Смотрите. Ну, мы, да, уже не в начале, уже много чего здесь я смотрю. Поели, ну, это уже с напитками. Так, и вот еще, смотрите, большая часть здесь. Так, паста Конор, пожалуйста, разные виды паст. Паста. Да, смотрите. Вот, пожалуйста, на любой вкус, любой размер, любую форму. Так, здесь что-то такое готовят. Кальмары. Вот так вот, кальмары. Смотрите, с овощами прям видно, как делают. Кальмары. Пальмары, да, все будет. Ну, фантастик. Так, здесь, пожалуйста, тоже что-то готовят. Рис, их местная кухня, фасоль. Вот какая-то здесь картофель фаршированный в чем-то. Ну и картофель фри. Так, и, соответственно, там барбекю на улице. Хлеб. Смотрите, какая красота. На улицу не выхожу. Кофта. Ресторан. Обзор ужина в отеле Albatross Beach Resort. Вкусно. Вы знаете, большой выбор и вкусно. Вот это я вам точно могу сказать. Вот. И здесь, конечно, себя очень сдерживаешь. Вон как пасту подали. Паста, я. Albatross Beach Resort. Ужин. Период пандемии.